Продолжается матч с Александром. Играю черными. Снова английское начало. В этот раз пойду e6. d5. Получается у нас каталонская структура. Ожидаю хода b3. Ну, d3. Да, Александр верен своим схемам. В этот раз поставлю c5. c6. Может быть, идея белых в том, что какой-то момент поменяться, сыграть слон g5 и начать давить по белым полям. Но нет, просто a3. Ну что ж, сыграю тогда b6. Слон b7, ферзь d7, такой план. В общем-то, ничего особенного. Вот черным не дает, с другой стороны, у белых, в принципе, меньше пространства, никакой явной игры они здесь не начинают. Так что, по идее, для меня было бы грехом жаловаться на итоги дебюта. Слон g5, что задумано на h6? Видимо, просто взятие. Слон f6, слон f6, cd. Вроде бы никакая тактика за белых не проходит. Если просто... А, потом, может быть, на f6, на f6, на f6, белый конь просто куда-то уйдет. Правда, в этом случае возьму на c3, если ничего лучше не найдется. По идее, должен получить там неплохую позицию. Если белый сразу бывает на d5, тогда уже в случае даже отхода коня у черных будет ход слон e6. То есть, если играть по d2, надо это делать сразу. Александр идет на принципиальную линию, и вот здесь конь d2. Мне это не очень нравится, мне кажется, может есть простой ход слон e6. И, в принципе, два слона здесь должны черным обеспечивать перевес. Но посмотрим. Где c1. Играю ферзь d7. Хочу просто поставить ладьи по центру, ну да. С другой стороны, у белых есть вот эта их контр-игра, типичная для подобных структур. Так, слон c3, ладья c3, конь d4, ферзь d1 просто. Ну ничего страшного, позиция у черных там неплохая, давайте, наверное, так сыграем. На ферзь d7, конь d2, там у белых плохо, поэтому ферзь d1 ход практически вынужденный. Ну и просто он же 4. То есть, в принципе, белые могут, конечно, сыграть f3 и bc, но там такая слабая пешка e, что должна найтись какая-то тактика. Ну, собственно, она и находится, просто ферзь e7, и у белых там плохо. Поэтому f3, здесь выбираем между слон h3 и слон f5. В принципе, слон h3 выглядит более натурально, прошу прощения. Компьютер в 2 часа ночи по Москве любит пытаться сам себя выключить, но пока ему это ни разу не удалось. Сыграю слон f5. Возьму. Александр идет на этот размен. Немного удивительно для меня. Потому что помимо пешки Е2 там еще может потеряться пешка на d3. И вообще странное решение. Даже не очевидно, куда белым выбирать ладью. Просто конь b3. Что-то не понимаю, но могу взять фигуру. Александр сдается, довольно странный зевок.